Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова все на проекте Amazing Replay. Это второй сервачек, то есть Yellow. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить по промокод. Пишите /mm, 7-й пункт промокод. Указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если вкачаете 10 уровень. Поэтому берите, вводите, качайте уровень и забирайте свои деньги. Но в этом ролике, пацаны, по традиции, будни дальнобойщика в субботу. Каждую субботу, пацаны, я выпускаю будни дальнобойщика, поэтому поставьте лайк просто, подпишитесь на канал. Давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. На прошлом ролике вы набрали 200 лайков, была бешеная активность. И давайте на этом ролике вы покажете тоже такую активность, я буду прям очень сильно рад, поэтому берите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Серия будет довольно-таки интересная, насыщенная, поэтому посмотрите от начала до конца. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, всем доброе утро. Сегодня у вас на экранах будни дальнобойщика. Покатаемся сегодня, пообщаемся, все будет красиво. Наша цель за эту серию — это вкачать скилл 36-й дальнобойщика и постараться забрать топ. Не знаю, получится у нас или нет, давайте посмотрим сейчас по рейтингу, потому что сейчас сервера перезагрузили. Пока что мы, в принципе, движемся уверенно впереди, поэтому, возможно, мы через 2 часа заберем топ. Насчет скилла. Скилл тоже я хочу постараться сегодня вкачать. У меня, как бы, 38 рейсов из 75, то есть нам нужно за серию сделать, ну, 37 рейсов. Я считаю то, что это не очень, как бы, много, поэтому я думаю, мы, в принципе, справимся, поэтому усаживайтесь просто поудобнее, возьмите, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также в этой серии мы будем катать чисто со сборочки, потому что, ну, со сборочки мне как-то покомфортней именно рейсы катать. На прошлом ролике вы набрали 200, ебать, лайков, пацаны, 200 лайков, ебануться просто можно, то есть это самая ваша любимая рубрика на моем канале, поэтому, если вы хотите ее дальше видеть, давайте на этом ролике наберем 150 лайков, и каждый просто выходные, в субботу, будут выходить будни дальнобойщика. То есть, пацаны, у нас уже, знаете, такая традиция, сука, будни дальнобойщика каждую субботу, пацаны, каждую субботу у нас будни дальнобойщика, поэтому за это, я думаю, можно въебать лайкосик, подписаться просто на канал, написать что-то в комментариях, потому что вы комментарии что-то редко пишете, поэтому давайте как-то общаться, коммуникацию как бы создавать. Как бы, ну, пишите, чего не хватает в буднях дальнобойщика, что убрать, что добавить там и так далее. Как бы, если у вас есть идеи насчет будни дальнобойщика, то можете об этом писать, пацаны, не стесняйтесь. То есть, может быть, что-то надо поменять, может быть, там с вебочкой снимать будни дальнобойщика. Так, давайте сейчас быстренько берем еще один рейсик, ебать, тулим нахуй, тулим, сука. Люся, заводи мотор, я сказал. Я еще себе сделал, пацаны, АХК для дальнобойщиков, то есть самые такие удобные команды, которые мне нужны, я как бы забиндил, и теперь мне охуенно катать, пацаны. Поэтому, пацаны, кому нужен будет АХК, пишите мне ВКонтакте, я вам как бы скину. То есть я его сделал под себя, под разные задачи. О, мы топчик, ебать, забрали, пацаны, за лайн. И я еще уровень вкачал. 14 уровень персонажа, пацаны, прикиньте. На магме пробег уже почти, пацаны, 100 тысяч, понимаете? Буквально еще 600 километров проехать. То есть я этот магнум планирую оставить навсегда. И именно на этом магнуме я хочу вкачать 100-й скилл дальнобойщика. А я вам напомню, то, что наша цель до Нового года качать 50-й скилл дальнобойщика. То есть у меня сейчас как бы охуенное настроение. Я выспался, я такой решил. Почему бы для вас не записать будни дальнобойщика? К сожалению, пока что сервера работают нестабильно, то есть вообще ночью сервера были полностью отключены. На данный момент у нас 85 наград, я считаю то, что это очень даже неплохо. Мы 100 наград добьем, а я за выходные хочу вкачать 40-й скилл, пацаны. Итак, дамы и господа, успехи у меня не особо такие хорошие, мне еще осталось где-то 25 рейсов, и я уже вкачаю скилл. Пока что по топу мы впереди на 50 рейсов. Сейчас заедем, получается, в самый просто лучший бизнес, пацаны. Запомните, вот самый лучший бизнес. Если вы хотите похавать, ебать, купить себе грелочку, ремочку, то закупайтесь, пацаны, именно вот здесь, в Роговичах, потому что здесь самые просто сладенькие цены. Ремочки по 3999, пацаны. Надо еще перекусить там, конечно же, попить молочка на вдорожку и грелочек купить, потому что без грелочек, пацаны, рейсы катать — это максимально тупо, а использовать печку — это как бы невыгодно. Сейчас быстренько поедем в порт.
Так, авторские права, привет. Авторские права, привет, блять. Надо выключить нахуй эту ебаную музыку, сука. Потому что за авторские права могут таких пиздюляторов ломить, блять, с вертушечки так хуяк, нахуй. И все, блять. Порт 30-й. Опа, на базу, нахуй. Иди сюда, Маруська, блять. Ну боже, сука, иди сюда, блять. Опа. Давай, цепляйся. У меня серия идет, если что. А, у тебя серия, нормально. Да. Ну, удачи тебе, давай. Взаимно, братан. Полетели, ебать! Агара гуджу! Пошел, ебать. Так, надо немножко. Опа! Все, ебать, полетел нахуй. Перед ПДМ чисто так вот, ебать. Вот так вот. Иди сюда, родной. И троих сразу, так тройничок чисто залетел, ебать. Ну, 25 рейсов ровно, пацаны, осталось. Ну, сейчас будет 24, сейчас рейс довезу. Ну, за час, пацаны, в любом случае я должен успеть, ну, за час, блядь. Обуса его 2, есть там 35 скилл, пацаны. Агара гуджу, ебать. Опа, еще одну, прикиньте, еще один ПД забрали, награду. Заводи мотор, полетел одной, полетел, как орел, блядь. Я слышал о том, то, что, получается, пофиксили Рено-Т. Теперь он с прицепом едет 165. Я обязательно запишу видео, это проверить. То есть я на нем работал, но когда он был хреновый, когда он с прицепом ехал 145. А сейчас его пофиксили, вроде говорят, то, что он типа лучше, чем Магнум. Я, конечно, в этом очень-очень сильно сомневаюсь, но мы, пацаны, это проверим, я думаю, в скором времени. Ну да, возможно, он как бы быстрее по максималке теперь. Ну, 5 километров, пацаны, это не так уж и много, в принципе. Просто мне, лично мне, пацаны, Рено-Т внешне как бы не нравится. А Магнум, знаете, проверенный уже годами. Итак, ситуация следующая, то, что сервачок начал лагать, до топа остается буквально там 10 минут. Реально, кто работает, вот именно кто работает, те красавчики. А кто хуи пинает, а такие как бы есть, те реально не красавчики. Ну а кто работал, тем реально большое спасибо. На газончике ебашу. Да ты шо, дядя, бля. Магнум все равно пизже, пацаны. Магнум, ебать, для души. Вот газон чисто для заработка, а магнум для мужиков, знаете. Вот магнум для мужиков, блять, такие, которые любят с прицепом погонять, ебать. Поэтому магнум реально для мужиков просто. Ну что ж, дамы и господа, остается буквально минута до топа, то есть сейчас мы, скорее всего, я думаю, заберем. Но я уверен почему-то на 1000000% то, что мы должны забрать этот топ. Потому что вы сами видели то, что было там, сколько, 10 или 5 рейсов, когда я начинал серию. То есть и мы за это время как бы сделали просто там несколько рейсиков, ну там 100 с чем-то, по-моему. Опа, чай, иди сюда, родная. Мы еще и топ забрали по онлайну, прикиньте. Реально, мы сегодня прям красавчики конкретно, я вам так скажу. Реально, большое, пацаны, спасибо. Спасибо всем, кто работал, как бы. О, Джессу зашел еще. Та ты шо, мы сейчас еще один топ, может, заберем. Но мне кажется, серия такая, знаете, насыщенная просто получается. Мы сейчас и скилл вкачаем, и топ забрали. То есть, ну, все реально очень красиво. То есть, пацаны, я надеюсь, то, что вам нравится будет дальнобойщика. Если вы хотите видеть их почаще, вот реально, если вы будете показывать прям очень хороший актив, то, возможно, я постараюсь сделать будет дальнобойщика два раза в неделю. Там, суббота, воскресенье. То есть, если вы покажете хороший актив, то, в принципе, можно будет делать будем дальнобойщиков два раза в неделю. Мне кажется, это будет прикольно. Надо будет еще, конечно, на заправочку залететь, потому что бенза маловато. Ну, точнее, соляры. Ребятки, такая, короче, ситуация, то, что сервак у всех лег. Ну, почти у всех. Онлайн 35 человек, прикиньте. Просто у всех сервак лег, а я как катал рейс, так и катаю, у меня все нормально работает. Вот, онлайн как бы 34 человека, пацаны, онлайн. Это капец просто, ну, никого нету. У меня все отлично просто работает. То есть, никаких проблем вообще просто нету. Немножко подлаивание, там, подвисание, но в целом, в принципе, все как бы очень даже хорошо работает. Как бы онлайн то падает, то поднимается, то падает, то поднимается. Но у меня все работает отлично, без каких-либо проблем. Просто 28 лайков, пацаны, сервак ложится жестко. Ой, бля, я еще въебался. Чекайте просто, ну, это реально очень жестко. Итак, я успешно вкачал 36 скилл дальнобойщика. Я считаю, то, что ролик получился максимально просто интересный. Взяли топ, вкачали скилл. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, то, что в скором времени это все пофиксится. И у всех будет все нормально работать. Потому что, ну, это реально очень жестко. Я помню, в том году было то же самое. Вот реально, в том году было прям то же самое. И это пофиксили только под конец месяца. Надеюсь, в этот раз это будет много быстрее. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте постараемся на этом ролике набрать 150 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Если хотите видеть чаще будни дальнобойщика, то напишите об этом в комментариях. Всем пока-пока.